Добрый день, уважаемые любители футбола и российского футбола в частности. Я вас всех приветствую из Жигулевска, это Самарская область. И сегодня здесь, на стадионе «Кристалл», встретятся команды «Акрон», город Тольятти, и «Рубин», город Казань. Ну, «Рубин», кстати, «Барселону» обыгрывал, между прочим, поэтому... Ух, Фамие, перекладина! Вот это Жуэль Фамие! Повезло! Хозяевам, что мяч угодил в перекладину. Зотов, какая передача от Александра Фамие. По пляжному сыграл Джоэль. Ну и как нашел Зотов? Талетец, конечно же. Мяч всеми отдают. Сейчас контратак и попытка перекинуть через Дюпина. Почему бы и нет? Метров, наверное, 46. Ну, в принципе-то, наверное, Дюпин успевал. Удар! Неплохо. Рубин прибавляет. Выбивается тольяттинцами. Вот сейчас уже даже штрафной площади выше. Наверное, будут фолить. Но не стал. Там потому что Кабутов был рядом с Полиенко. Полиенко в штрафной площади бьет. Максим выше ворот. Вот здесь, видите, вот тут вот мог, наверное, Кабутов руками-то прихватить. Но передумал, скорее всего, в какой-то момент передачку Писегов делал. Да, момент классный. Чудин. Мяч в штрафной площади. Полиенко бьет. Дюпи. Надежен. Вот мы видим, да, здесь передача. И все. И все. Девятый матч подряд. Тольяттинский «Акрон» не проигрывает.